Региональный Росприроднадзор установит причину крупной утечки газа в городе. Жалобы на неприятный запах в подъездах и на улице появились в соцсетях утром. Особенно сильно он чувствовался в Центральном, Советском и Кировском округах. Настолько, что было трудно дышать. Специалисты уже взяли на исследование пробы воздуха в районе проспекта Губкина. Превышена ли в них предельно допустимая концентрация вредных веществ и что стало источником загрязнения, станет известно в ближайшее время. Результаты по анализам проб, отобранных 17 февраля, в управлении еще не представлено. Планируется проведение работы по выявлению потенциального источника загрязнения атмосферного воздуха.